Очень часто бывает так, что, казалось бы, совсем незначительное явление становится отправной точкой чего-то очень интересного. Однажды мне подарили маленькую паутинку, ну, очень маленькую. Сделана она на фабрике оренбургских пуховых платков. Держа в руках этот милый сувенир, имея возможность его детально изучить, мне вдруг захотелось узнать тайну его особой притягательности. Так началось мое путешествие по следам пухового платка. В нашем регионе основные центры пуховязания – это Оренбургский, Срактажский, Илекский и Кувандыкский районы. А территории, тем или иным образом связанных с пуховязальным промыслом, гораздо больше. Я решила остановиться на трех. Побываю в Гайском районе, Срактажском и городе Оренбурге. История пухового платка, того, что прославил Оренбуржье, тонкого, ажурного, невероятно ноского, началась более 200 лет назад. Известно, что вязанием на нашей земле занималась еще супруга исследователя Оренбургского края Петра Рачкова Алена Денисьевна. Создавала шедевры не только из козьего, но и кипрейного пуха. Растение такое. Кипрей. В народе называют иван-чай. Вязали и оренбургские казачки. Представьте себе, что такое казак? Казак – это военный человек. И по первому требованию он садился на коня, бросал дом. В станице в казачьей оставались женщины, пожилые люди, которые не могли ни пахать, ни сеять без мужской силы. А надо было выживать. Почему еще говорят «вдовий промысел»? Потому что не все наши казаки, конечно же, возвращались. И женщинам нужно было какой-то иметь заработок в руках. И вот такая подсказка была дана им, потому что в наших... На наших холмах, в наших степях водились вот эти удивительные козы местной породы, которые давали этот тонкий-тонкий пух, который вытягивался в тончайшую ниточку. И вот эта вот тончайшая ниточка и подсказала этот удивительный предмет женского обихода. В нашей галерее мы можем показать уникальные вещи. Ну, например, платки конца XIX века. Один из старейших, уникальнейших оренбургских пуховых платков, сохраненных. Ведь сохранить его очень сложно. Ведь опустили глаза, его съела моль. Удивительно тонкий, он весит всего 40 грамм, с кисточками, что совершенно забыто сегодня. 20 век в нашей коллекции представлен очень интересно. Ну вот второй тип нашего платка – теплый платок или шаль. Ну вот посмотрите, например, платок с советской символикой. Или платки легендарной просто вязальщицы 20 века Ольги Александровны Федоровны. А вот один из платков сложнейший, где она сочетает серый и белый пух, соединяет их в одной композиции, вот этот платок перед вами. Вот чтобы связать его, надо было 47 клубочков иметь одновременно на маленькой-маленькой игле. Родина этого пухового платка – Срактажский район. Здесь живет самое большое количество пуховниц в Оренбуржье. Вяжут чуть ли не в каждой третьей семье. Когда я рос в многодетной семье. Самым старшим был ребенком в семье. Пятеро детей было. Мне мама давала задание, значит, участвовать вот в изготовлении этих платков. Что прежде всего? Вот это мотание клубков, соединение нити бумаги с пуховой нитью и чесание пуха. Достаток был в семье минимальный. И вот когда мама свяжет пуховый платок, несколько штук, то она их реализовывала на рынке, а эти деньги шли на семейные вопросы. Прежде чем отправиться в гости к какой-нибудь мастерице, решила поглубже погрузиться в тему. Ну, чтобы говорить с профи более-менее на одном языке. В этом мне помогли в Срактажском музейно-выставочном центре. Музей, расположенный в селе, имеет важные преимущества перед городскими. Здесь вещи не воспринимаются в качестве экспонатов. Наверное, потому что их не привозили откуда-то издалека. Они на родной земле, там, где когда-то ими пользовались. И руками трогать, и фотографировать в этом музее можно. А самое главное – экскурсоводы. Никаких тебе нудных рассказов. Все очень интересно. Устройство для чески одевалось на ногу, на колено. Женщина усаживалась поудобнее, чтобы было и приятно ей, и хорошо работать. Брала куделю, то есть необработанного пуха. И вот так, смотрите, расчесывался пух. Он был длинный, был мягкий. И к концу вот этой процедуры, вот этого вида работ, женщина, конечно, уставала. Иногда бывало так, что работала она до седьмого пота. Да уж, запотеешь, если на прочес пуха, к примеру, вот для такого платка в среднем нужно 36 часов. Кстати, связан он из нашего губерлинского пуха, который считается одним из самых лучших в мире. Но это еще не все его достоинства. Чем же он необыкновенен и чем он интересен, этот пуховый зимний платок? Дело в том, что
полностью он выполнен из маленьких бисеринок, то есть из маленьких узоров. Это ажурный платок, но в то же время он и теплый. В конце прошлого века наряду с пуховыми платками у Саракташского района появился еще один символ. Еще один магнит для туристов – Красная гора. Глина здесь особая – красная. Это отчетливо видно, когда трава высыхает. Раньше о Красной горе мало кто знал. Здесь ничего не было. Все изменилось в 1998 году, когда режиссер Александр Прошкин облюбовал это место для съемок фильма о крестьянской войне «Русский бунт». Буквально за полгода крепость была построена, вот из этого леса, только 800 кубов леса было привезено. Из Башкирии, вот этот дом коменданта Миронова, он привезен из Башкирии, вот та вот за бугром стоит церковь, тоже из Башкирии. Мой проводник по крепости, бывший замглавы Саракташского района Владимир Букаев. Когда шла работа над фильмом, он присутствовал на съемочной площадке. Год был бесснежный, когда вели съемки. Вот эта вся трава была осенняя наружу, и снега было очень мало, мороз был градусов 27. Поэтому вот в этой лощине установили два мощных вентилятора, КАМАЗами из леса набирали снег, возили, вот ассистенты бросали этот снег, и получилась вот такая пурга. Это дом Швабрина. Отсюда открывается замечательный вид на Сакмару. В этом доме жил комендант Миронов вместе со своей семьей. Флигель занимала Маша. Кстати, в одной из сцен на плечах главной героини – оренбургская паутинка. А на этом крыльце вершил судьбы Емельян Пугачев. Съемки велись в основном массовые отсюда, вот, с той горы. То пугачевцы наступали, то солдаты наступали. Солдаты были наши, все ПТУшники шли по морозу в этих штанах, в этих треуголках. А казаки в разных этих. Вот здесь мечей лежало, вы не поверите, гора вот этих мечей всяких, сабель вот здесь купит. В массовых сценах русского бунта были задействованы около 1500 человек, в основном жители близлежащих поселков. По автомобильному мосту они ехали на съемочную площадку на своих лошадях и в обозах. Говорят, занятное было зрелище. Сегодня Красная гора – это место отдыха. Есть гостиница, кафе, актовый зал, а также музей капитанской дочки. Здесь материал, касающийся съемок фильма, а также предметы быта, которые были в ходу в эпоху Машеньки Мироновой и Петруши Гринёва. Раньше раковин не было, умывальников тоже не было, зато были вот такие вот рукомойники. Сюда наливалась вода, и вот таким вот образом люди умывались. С чистой совестью. Теперь я знаю, в каких местах зародился и что представляет собой пуховязальный промысел. Я отправляюсь в село Желтое. 14 сентября 1742 года тайный советник Иван Иванович Неплюев заложил форпост Желтый у Желтого Яра. Поэтому именно по названию вот этого яра произошло название села Желтое. Глиной, взятой из этого яра, люди когда-то обмазывали свои дома. И все село было песочного цвета. Желтое является неофициальной столицей оренбургского пуховязания. Здесь проживает основное количество представителей этого уникального промысла. В их числе мастер-художник высшего класса Минура Ишмухаметова. Вот он, волос. Освобождаем от волоса, потом ощипываем, потом вот перепускаем через гребень. Тут уже остается охлопья, мы их называем, и выбирается мякоть пуха. Мякоть придется, вот, предельное веретено, очень тонкая пряжа получается. Это вот сучильные, тут уже вот пряжа пуховая, и шелк соединяется, это называется отращение. А потом сучивается и вот на клубки наматывается. С клубка уже начинается вязание платка. Платки Минуры Гедятовны экспонируются на самых разных выставках, как всероссийского, так и международного уровня. Принцип пуховницы – если делать работу, то качественно и никак иначе.
Некоторые мастерицы у нас говорят. А мы книгу читаем, телевизор смотрим и платок вяжем. Это вообще невозможно. Если я в сторону посмотрела, у меня то обязательно получится петля какая-нибудь подлиннее, чем остальные. Оказывается, у каждого узора есть свое название. Вот называют кто дождичек, кто горох по-народному. Это вот каемка, мы снежинка назвали ее. Здесь вот косарядки называются. Эти вот ромбики. Из этих же ромбиков вот треугольники, уже решетка идет. Это вот глухотинка. Вот здесь глухотинка через 3 петли, а здесь через 5. А на утро мне предстояло путешествие по Губерлинским горам, по тем самым местам, где водятся козы, из пуха которых вяжут традиционные оренбургские платки. Тратить драгоценное утреннее время на дорогу совсем не хотелось. И поэтому я решила вечером приехать в расположенный неподалеку от этих мест город Гай и заночевать в гостинице «Березка». Номера здесь на разный вкус и кошелек. Если вы ненадолго, можно выбрать почасовую оплату от 60 рублей. Кухня вполне уютная, похожа на домашнюю, так что есть возможности готовить самостоятельно. Губерлинские горы особые, их нельзя увидеть издалека, так как они находятся в низине. Вот, будто бы и нет гор, а они совсем рядом. И какие красивые! Говорят, что особо удивительно эти места выглядят из космоса. Изгибы, образуемые горами и реками, оттуда с большой высоты напоминают извилины головного мозга. В поисках знаменитых пуховых коз я пополнила альбом новыми фотографиями и внесла полезные заметки в свой альбом путешественника. Вот эти листки, которые растут в каждой лощинке, они растут не просто так. В каждой такой лощинке близко подходит вода. И вас может приманить вот эта вот зеленая травка, которая растет в этой лощине. Будьте осторожны. Можно очень легко на автомобиле попасть в ловушку. Называется такая впадина мочежиной. Обойдем стороной. А вот еще одно место. Пострашнее мочежины будет. Гора Змеиная. Роддом для гадюк. Не стала я испытывать судьбу и ограничилась созерцанием со стороны. А здесь уже другого рода достопримечательность, историческая. Мы в данное время находимся на Чертовом городбище. Это самая высокая ровная плата в Губерлинских горах. На Чертовом городбище находятся остатки фундамента казачьей заставы. Ввиду того, что совсем недалеко у нас по Уралу идет граница с Казахстаном, казаки охраняли свой скот, ну и также свою территорию. Сегодня о казачьей заставе напоминают разве что оставшиеся здесь камни. А граница, она ведь рядом. Вот уже и характерный столбик. Стережет рубежей скалистая гряда Брантозавр. Она и вправду очень похожа на древнего застывшего ящера. Ух, жутковато. Решив приблизиться к Брантозавру поближе, наступила в ту самую мочежину, о которой меня предупреждали. Такой вид передвижения в Губерлинских горах не редкость. Лошадь пройдет там, где не всякая машина проедет. Глава сельсовета предусмотрительно пересадил нас с «Шевроле» на «Ниву». Вот еще одна занятная дорога называется «Царская», а это течет родник. По ней путешествовал когда-то цесаревич со своим опекуном Жуковским. Во время путешествия цесаревича Александра, и в этом месте, по преданию, они останавливались. Погода была жаркая, и цесаревич пожелал испить воды. Встал на колени, так как не мог дотянуться до воды, то ему пришлось чуть ли не на живот лечь. Представьте себе, царская особа и на животе пьет воду. После этого священник осветил этот родник, с этих пор он начал называться царским. Мы, наслаждаясь живительной влагой из стаканчиков, находимся явно в более выгодном положении, чем цесаревич Александр II. А вот то, ради чего мы отправились в горы – козы. Сегодня в козоводческом племенном хозяйстве Губерлинское около 6500 голов, разбитых на несколько отар. Вот одна из них. Самое удивительное, что оренбургских коз можно разводить только в Оренбургской области. В 19 веке французы былоче решили заняться пуховязальным промыслом. Привезли наших животных к себе, но они у них быстро выродились, превратившись в обычных коз с грубым толстым пухом.
Все дело в наших особых погодных условиях. Достаточно сухой климат с обилием солнечных дней и очень частыми ветрами. Козы постоянно находятся в движении, соответственно, и человек их сопровождающий. Если проводить соревнования на выносливость, то чабаны, пожалуй, дали бы фору опытным спортсменам. Если считать по времени, то есть 10-12 часов мы пасем ежедневно, то есть это получается около 50-60 километров. Вы проходите пешком? Да, да. Поэтому вы такой спортивный. Спортивный и худой. У людей, занимающихся разведением пуховых коз, свой язык. Есть такое понятие, как зрелость пуха. Проверяется следующим образом. Берешь шерсть козы, слегка тянешь, и если пух легко отходит, значит созрел. А если же нет, вот как в нашем случае, совсем ничего не остается, значит нужно еще подождать. Обычно зрелости пух достигает в конце февраля, начале марта. Тогда коз чешут. Из пуха одной такой рогатой красавицы можно связать один или два теплых платка. Город Оренбург. Сегодня 13 октября 2013 года. Вполне возможно, что это место и эта дата попадут на страницы книги рекордов Гиннесса. Дело в том, что сегодня здесь планируется самое массовое в истории России вязание на спицах. Приобщиться к рекорду пришли и приехали сотни человек со всего пуховязального Оренбуржья. Причем как профи, так и начинающие. Рекорд установлен в одном месте, а это областная филармония. В одно время вязали сразу 699 человек. Помимо ручного производства, есть в Оренбуржье и машинное. Красивые изделия с традиционным оренбургским рисунком выпускает фабрика пуховых платков. Мы снова в Саракташе. Здесь находится самый большой в Оренбургской области рынок пуховых платков. Базарный день – четверг. Мастерицы и мастера, мужчины в Оренбурге тоже вяжут платки, собираются здесь в любое время года и при любой температуре. Даже при 25, как сейчас. Продают платки в основном из волгоградского пуха. Из-за сокращения поголовья губерлинских коз местного пуха, к сожалению, стало мало. Более или менее простые платки можно купить за 2-2,5 тысячи рублей. Большие и со сложным рисунком за 5-7 тысяч. Летом на изделия продавцы делают скидки. Оренбургские платки и другие товары из пуха можно приобрести и в специализированных магазинах. Один из самых интересных – магазин-музей гильдии пуховниц. Все вещи здесь выполнены вручную. Чего только нет. Даже вязаные трусы. Пока взрослые заняты выбором подарка, дети погружены в изучение таинственного мира платка. Поближе вот эту ручку подвинем давай, чтобы удобнее тебе было. Вот так, вот молодец. В марте гильдия пуховниц проводит уроки для всех желающих научиться вязать настоящие оренбургские платки, которые, кстати, можно надевать по самым разным случаям и самым разным образом. Берем пряжечку вот такую вот, раз. По-другому смотрится изделие. Что-то такое романтичное. Вот с этого необычного сувенира началось мое путешествие по следам пухового платка. Я не уезжала никуда из области, ведь пуховый платок – это наш оренбургский бренд. Но мне удалось прикоснуться к тайнам рождения этого чуда. И теперь это чудо согревает меня в холодные зимние дни.